Всем доброго утра. Так, чищу чайник. Лимонной кислоты нет, налила уксуса чуть-чуть. Пирог. Не пирог, а запеканка. У меня сегодня вот такая вот она. Сильно поджарилась. Ну, от этого она хуже, конечно, не стала. Вот такая она с изюмом. Показываю здесь, в разрезе. Так, положу два кусочка, не знаю, съем, нет. Я потому что утром уже вставала, рано пила кофе и плюхнулась. Все замесила и плюхнула спать. В общем, здесь манка, 3 пачки творога, 3-4 ложки манки, 3 яйца, сахар, соль, сода. Вроде все. Все, масло, значит, растопила немножко, 50 грамм где-то масла растопила. Вот такая вот запеканочка получается. Творожная с манкой. Смазала противень, вот этот вот форму, тоже маслом сливочным. Все положила в духовочку. Смотрите, какая красота. Но передержала. Должна быть, знаете, такая немножко желтенькая. Но от этого она, конечно, не испортилась. Так, сейчас возьму соседки. Люда у меня там соседка. А, она на дачу уехала. Так, ладно. Отменяется. В общем, такая вот запеканка. Промываю чайник. И сажусь завтракать. Аленка обрадуется. Проснется, а тут запеканка. Она любит эти вещи все. Так, сегодня у меня такой денечек, к 10 приедут ко мне из поселка Федоровка мама и сын. Танюшка на машине, она работает в ателье в центральном районе. Сын постоянно ко мне ездит, она вот, когда ей нужно милирование и стрижечку обновить, редко бывает. Ну, в общем, так-то постояшки, они мои постояшки. Вот, сегодня надо будет ей чуть-чуть милирование сделать. Сверху там прядочки какие-то нанесем. Стрижку обновить и сына постричь. И вот поэтому они к 10. Говорю, давайте пораньше. Почему? Потому что я сегодня на 2 часа иду на педикюр. Я себе сделала педикюр, но, девчонки, я не смогла накрасить ногти. Для меня с моей спиной это тяжело. Все обработала, пятки, все чистенько, аккуратненько. Накрасить не могу. А вчера сделала себе маникюр. Посмотрите, какой маникюрчик. Здесь молочный гель и молочный топ. Вот. У нас соленый одинаковый маникюр. Сначала я ей сделала, теперь себе. Ногти тонкие. Давайте изнаночку покажу. Вот. Такие вот ногтики. Может быть, где-то какие-то недочеты, но вчера соседка Света, это наш Алёнина учительница бывшая, она говорит, ты как хорошо себе сделала. И даже на правой руке тоже такие же хорошие. Может быть, где-то какие-то недочеты есть, но себе делать очень сложно. Хотя вот эту руку прям безупречно, здесь где-то там недокрасы есть, но их почти не видно. Я сейчас вам покажу. Покажу. Вот и правая ручка. Смотрите. Вот. Думаю, нормально. 1300 платить. В общем, сэкономила. Так, ем запеканку. Без всего. Я тут халва доедаю, чаек из пакетика. Некогда заваривать. Заварила из пакетика Тесс. Сейчас попью и побежала. Время 9 часов. Все, отправилась на свою любимую работу. Редко их обуваю, жалею. Кроссовки дорогие, покупала их за 8 тысяч, поэтому не в каждый след. Сегодня просто иду на педикюр, надела новые носочки и новые кроссовки. Такой приятный ветерок дует.
Дует хорошо так. Не холодно. Так, педикюр иду к новой девочке делать на дом. Только пальчики. А с утра прошелся небольшой дождь. Немножко все прибил пыль. Немножко так. Слышу, что работают косилки. Косят траву. Да, трава уже такая большая, высокая. Девочку я нашла на Авито. Матросова 30 принимает Марина. Познакомимся. В общем, только пальчики я сегодня делаю. Все у меня так-то хорошо. Ну, обработать где надо, там считает нужным. И накрасить гель-лак. Я ношу гель-лак. Потому что это удобно, долговечно. И на месяц полтора забыл. А пяточки я сама все обрабатываю диском. Смарт-педикюр делаю. Так, что еще? На понедельник планирую поездку в Самару. В стоматологию. Нашла стоматологию и бесплатный прием, бесплатный снимок. Хорошие отзывы. Сын мне, конечно, вчера ругал. Мам, зачем? Я говорю, ну я пока там ничего не делаю. Я хочу просто узнать. В Тольятти не хочу делать, здесь дорого. В Самаре вроде бы вот там те же импланты, но стоят дешевле. По-моему, 20 тысяч имплант стоит, а я за 30 делала. Поэтому 6,3 имплантов 6 было. Или 6,2. Вот. Сын приедет один. Без снохи. Почему? Потому что у нее на неделю брала, уезжала. А отпуск у них, чтобы, говорит, сравнять и куда-то поехать, неделю она не хочет тратить. Поработает. Потом у них еще поездка в Казахстан. И в августе. Или в сентябре. В сентябре, наверное. Вот. И планируют Таиланд они. Поэтому, чтобы у Кати, ну, как бы были еще дни на Таиланд. Вот. Эту неделю она будет работать, потому что она уезжала. А куда она уезжала? А, в Волгоград она уезжала. Поэтому неделю у нее отпуска выпала. Вот, чтобы, говорит, сравнять, мне так даже лучше. Без напряга, все мы родные. А все равно, когда чужой человек дома, как-то напрягаешься, что-то стараешься угодить. А сын у меня очень неприветливый и очень такой хороший человек. С ним мне очень легко. И мне очень нравится, что мы будем всей семьей. Вот Алена, муж я. Сынок. Так, у нас планируется рыбалка, планируется покупка машины и, ну, там, конечно, ресторанчик, как всегда, но к своему дню рождения он вернется домой. Ну, понятно, он с женой будет отмечать. Ну, посидим, все равно где-нибудь посидим с ним. Так что вот. Вот о планах они рассказывают. Но он уже скоро приедет. И вот такая футболочка. Это вот одинаковые. Здесь вот так вот кошечки. Вот. Одна фирма. Такой рукавчик маленький. Мне нравится. Так, все беру.
Mm-hmm.